творить нужно найти другой метод. И это просто очень мешает, действительно. То есть, ну, никто из вас не понимает, как мне это мешает. Вот представьте себе, как мне это мешает, умножьте на 100, пожалуйста. Тогда будет, может быть, немножко близко. Очень трудное стихотворение, не знаю даже, как его читать. Такой диалог. Человек пытается что-то произвести, видимо, начинающееся на букву «Ц», может быть, там слово «церковь» или «цирк», я не знаю, что там. А его сразу затыкают. Редчайший случай, когда рифма без глаз. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча, нет под ковриком ключа. Человек лежал, лежал, вдруг вскочил и убежал, а другой сидел, молчал. Кто-то вспомнил, закричал. Человек нежнее цветочка, так легко его убить, может нам любой дракончик руки, ноги откусить. Чем бы мы дышали, если бы все молекулы упали? Чемпионы добра, скороговорка. Бродобрей, бобра добрее, брат добрее, бродобрее. Читаешь, читатель? Читай, читай, прочитай это чтиво. Когда прочитаешь, учтиво, почтительно перечитай. Читатель, резко обернись и посмотри слегка направо вниз. Ты там такое сможешь увидать. Ну вот опять ты умудрился опоздать. Что еще за мужик без головы лежит? Так это ж я сам лежу, головы своей не вижу. Что ж вы, гады, судите? Ведь судимы будете. А вот мы не судим, да не судимы будем. Что за жизнь? Вставай, ложись. Что происходит, когда ничего не происходит? А вот тогда-то и происходит самое интересное. Что такое одиночество? Это когда кушать хочется. Шар отбрасывает тень. Там ночь, а тут и день. Шел мне навстречу по улице он, в думы свои погружен. Кто он такой и как его звать? Мне никогда не узнать. Эклога, разведчик, жировки, парей, как много словечек в головке моей. Эта страница тебе только снится. Эти строки вспомнит пусть тот, кого охватит грусть. Получив моральный шок, этот вспоминает стишок. Ю-ю! Чё разъюхался-то? Я веник прислонил к стене и отвернулся. Хлопнул бич. А это показалось мне, то веник мой упал. Я вижу то, чего не видит никто. Я вру сейчас. Не верьте мне, не верьте. Я правду говорю сейчас. Я вру. Я Гамлет, все не так-то просто. Быть или не быть, вот в чем вопрос-то. Я запятая, а я точечка. Я какой-то еретик, словно Мартин Лютер Кинг. То есть нет, я перепутал, словно просто Мартин Лютер. Я кита сегодня съел и слоном его заел. Я красивее хотел, только выразить не сумел. Я любил своих врагов, я любил чужих богов. Не осталось.
избавиться от богов. Ни копытец, ни рогов. Я меланхолик, смешно доколик. Я ни мною не грущу, лишь костяшки хрущу. Так уж полагается, в них соли отлагаются.